Североказахстанцы традиционно отдали дань памяти всем пострадавшим и погибшим вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне и возложили цветы к памятнику. Ущерб, нанесенный здоровью людей в результате 40-летней деятельности Семипалатинского испытательного ядерного полигона, колоссальный. Вся территория бывшей Семипалатинской области подверглась загрязнению продуктами ядерных взрывов, а 1,2 миллиона человек получили радиационное облучение в различном диапазоне доз. Страшную силу несет в себе ядерное оружие, говорят ветераны. Забыть это невозможно, да и годы службы на полигоне сказались на здоровье. В советское время нас называли солдаты особого риска. Я хочу сказать, чтобы больше никогда не было ядерных взрывов, чтобы наше поколение это все пережило, чтобы наши дети, наши внуки этого никогда не видели. Я сам служил в автобате, был у нас батальон отдельный. Мы обслуживали с ГСМ наши танки, наше вооружение на учениях. Самое большое, когда я служил, были муланинские учения.